Всем привет! Сегодня на осмотре у нас Hyundai Tucson. Смотрим мы данный автомобиль для клиента из Пскова. Проверяем перед покупкой. Машина 2016 года выпуска. Двухлитровая атмосферная версия. Классический автомат. Полный привод. Машина, комплектация у нас максимальная на 2016 год выпуска. Сейчас покажу машину с разных сторон. Значит, резина у нас на автомобиле заводская, 39 неделя 16 года. Диски тормозные заводские. Стекла на автомобиле все соответствуют году выпуска, даже лобовое. Все оригинал. Красивый добротный салон. 61 тысяча пробега заявлено. Значит, подкапотное пространство у нас пыльно рабочее, так и должно быть. Вот. Главное, что нет никаких маслоподтеков, запотеваний, все фары, все навесной оригинал. Кузов у нас полностью в заводском окрасе, все нормы допустимые заводские, никаких крашеных элементов на автомобиле нет. Какие элементы не откручивались, не снимались. Значит, по электронике, по электронной диагностике, по всем блокам никаких у нас замечаний нет, ошибок нет, даже каких-то старых исторических ошибок также не наблюдается. Машина едет, тормозит, рулится, все отлично, никаких нареканий нет. Всем спасибо за внимание, всем пока.